Тихо. Тихо, чуть-чуть подвинем. Мне тоже на отказ надо. Давай, снимайся. Раздевайся. Все, давай. Тогда я... Ты можешь не в кадре быть. Я в кадре хочу быть. Ладно. Все. Раз, два, три. Всем привет, дорогие друзья! С вами всегда я, Рымчик. И мой братишка... Егор, всем привет! Также с нами... Гадель, всем привет, я из прошлого видео. Да. Сегодня Гадель будет в роли вратаря. И сегодня у нас вторая часть футбола в разной обуви. Давай скинемся, кто будет выбирать первым. Су-е-фа, су-е-фа. Я буду первым. Сейчас Гадель перемешает нам обувь. Так, я выбираю первым. Я выбираю 6. 3. Так, давай пойдем по черному. Будет 2. 1. 4. Вот это комбо! Вот моя обувь. Где? Вот моя обувь. Из прошлого ролика, лонгшоты. Да. На пенальти я буду в этой обуви. На выходах в маленькой. И на лонгшотах в залках. Ты, Егор? О, на пенальти я буду вот в этих. Адидас. Адидас. Показываю. На выходах я буду в своих. В найковских. И на ваншотах традиция. Чтобы было интересно, он будет в высоких кроссовках. Сейчас мы скинемся. Кто будет первым бить? Су-е-фа. Су-е-фа. Выбирай первым или вторым. Ладно. Я буду бить первым. Мне не впервой. Давай. Пенальти? Да. Готовы? Готовы. Да, блин! Это вроде бы не кроссбар челлендж. Первым же ударом мимо. Это нехорошо. Нет, не заметил. Счет 0-0. Давайте, мой удар. Футболу под... Блядь. Секси, мадафака! Второй удар Егора. Давай! Давай! Ребят, третий удар. Третий удар Егора. Хотя бы один надо забивать. Забота на них пробит. Давайте, мой четвертый удар. И тебя тоже. Ты в 100 метров в карте типа. Давайте, пятый удар. Бей. Хорош. И победу в этом раунде одерживает Егор. Странным образом. Ну ладно. Сейчас мы переходим на выход 1-1. Сейчас мы скинемся, кто будет первым. Су-е-фа, су-е-фа. Я буду вторым. Начинай. Егор не забил. Сейчас надо выходить. Давай.
хотел проверить пакетик. Не получилось. Давайте второй выход Егора. Четвертый выход Егора. Погнали. Пока что я веду 1-0. У меня все хорошо. Фит не получился. Все, моя победа. Общий счет 1-1. Все будет решаться в лонгшотах. Сейчас мы с Егором скинемся, кто будет быть первым. Су-е-фа, су-е-фа. Я буду первым. Хотя бы один надо забить. Ребят, и сейчас включается реплей. Хору! Вы видели это? Мне кажется, это лучший удар Егора на этом канале. Знаете, что я подумал? Я бы его взял, но я испугался. Вы прям видели. Он отрикошетил от штанги. До этого, пока мы не снимали, Егор не удары бил. А Саня залетел только в живот. Я также испугался, что в голову попадет. Ну ладно, 1-1. Давайте, мой четвертый удар. Ну последний удар. Четвертый удар Егора. Я морально убит.
Знаете, ребят, мой последний удар. В нашем случае до побед, до попадания. Да, ну. Хорош. Давай продолжай. Давайте. Бью. Так все и было задумано. Еще реплей прошлого ролика, как это было удачно. Все, всем пока. Последнего. Есть право последнего. Если ты забиваешь, продолжаем. Если я забиваю, мы продолжаем. Слушай, может продолжим все пенальти? Я думаю, вы это хотите. Да, давайте. Продолжаем все серии пенальти. Ну сколько монтажа тебе кажется, вы сделаете? Давай на сегодня один ролик, потому что там второй ролик. Не, у меня еще один ролик. Я сам. Мы с Егором его запишем. Еще я душу хочу. Тебе не. Simon Südel hat ihn am Mikrofon. Da! Как? Ты! Реплей! Вот вам реплей! Как он такое пропустил? Сейчас мой последний удар. Если я не забиваю, то я проиграл. Это был прыжок на рандом. На рандом. Я видел, как он смотрел в этот угол. Но по-любому он должен был ударить. Я прыгнул до того, как он ударил. Давай сейчас нас забивать хотя бы. Либо у него просто такая кривая нога, что он случайно забил.
Либо он просто шарист. Пишите. На первую пробу. Все. Дима, все, на такой хорошей ноте мы заканчиваем. Не забывать. Победил Егор. Иди сюда. А ты иди отсюда. Не забывай ставить лайки, подписывайся на канал. На мой канал, на канал Егора. У меня нет канала. Подписывайтесь на мою команду в Инстаграме. МФК Кристалл.